Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу посоветовать вам канал Game Channel 112. Он снимает видосики по Мазингу, делает стримы и снимает по другим прикольным играм. Всем советую, хороший контент. Также снимает будни админа, поэтому советую вам заглянуть на его канал. Ссылочка будет в описании. Подпишитесь и напишите под последним роликом, что вы от меня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в финалочку на сервере Мазинг Ролеплей, первый сервер, мы здесь Кирилл Футбуль, и сегодня у нас очередной тест-драйв, пацаны. Напоминаю, как только мы набираем 100 лайков, выходит новая серия. Так что запомните, чуваки, 100 лайков и новая серия. Итак, сегодня у нас будет реально турботас. Как вы помните, я снимал про тренажку. Про тренажку, но тренажка была стоковая, а теперь у нас четырка. Вот четырка мне больше, честно, нравится, чем тренажка. Вот четырка прям, прям соска, да. Скорее всего, здесь стоит размарки, потому что Бруто Чепкасов, это владелец данной четырки, видите, скорее всего, здесь размарки стоят, а у меня, видите, хаманы стоят черные. Спасибо большое Бруто Чепкасов за то, что предоставил мне данный автомобиль для тест-драйва, потому что я буквально 2 часа назад снимал тест-драйв про тренажку, и тут чувак мне написал про четырку. Честно, вот тринашка, четырка и пятнашка есть. Мне среди этих всех больше нравится это четырка. Четырка, пятнашка мне меньше всех нравится. Мне меньше всех нравится. Давайте заведем ее. Эта тачка на полном чип-тюнинге, пацаны. Здесь стоит два чипа, сейчас прям как она едет. Давайте со старта здесь дадим тапку в пол. Так, раз, два, три. Минуточку внимания, хочу посоветовать вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. С нейтросиком, тапку в пол, сейчас попробую, как она едет. Я, честно, еще не пробовал. Так, есть 115, 116, 125, 128, 130 почти, 129, грубо говоря, 130 километров она едет. Ну, чип как-то странно работает у нее, но она очень бодренькая такая, прям, очень бодренькая тачечка. Ну, получше, чем тренажка, но тренажка была стоковая, а это четырка на полном чип-тюнинге. Давайте спросим, за сколько ты ее купил. За сколько ты ее купил, давайте спросим, я развернусь. Давайте чуть проедемся по внедорожью на ней. Ну, четырка все-таки, это ТАЗ, пацаны. ТАЗ на блатах еще, да, забыл заметить, ЕКН. Если были бы еще номера ЕКХ, 3 семерки, то это бы вообще было бы очень круто. Так, 320 тысяч он купил. Что же здесь стоит из тюнинга? Ему виднее, скорее всего, да? Так, что здесь стоит из тюнинга? Ну, я понимаю, что здесь стоит, но я хочу, чтобы он перечислил это. Интересно, он ее с рук брал, либо сам ее купил? Либо купил ее с рук, ну короче, с рук покупал, либо купил с салона, получил номера, и ему такие номера выпали и так далее. Так, да, вообще, то все, кроме гидравлики, а, гидравлики подвески. Ты ее с рук брал или из салона? Давайте спросим, он ее с салона брал или с рук? Да, гидравлику, пацаны. Вот почему я не советую ставить гидравлику, потому что потом не будет у вас работать багажник. А как по мне, багажник важнее будет, чем ваша гидравлика. Да, вы там можете где-то там проехать, но когда вы вас въебутся, машина сломается, то вы не сможете репку достать багажника, потому что у вас его по сути не будет. Понимаете, вот в чем проблема. Я не буду в воду заезжать, потому что если я выйду с машины, то она пропадет. Но видите, как она. Вот мне очень нравится четырка по управлению, такая мягенькая, такая классная. Видите, качает
этот, как его, кузов, видите, качает, но это особенность модельки самой. Кстати, кто не знал, здесь есть вот полигон вот такой вот. Можно будет, кстати, снять обзор военного полигона. Напишите в комментариях, снимать подобное или нет, потому что уже купил с такими, да. Что по ней еще будешь делать? Давайте спросим. Ну реально, я, можно будет про полигон на туре снять. Я, кстати, там просто подарок, я помню, забирал, но подробно там ничего не смотрел. Так, здесь у нас какая-то авария, что-то горит у нас. Кстати, Леон продал столовую. Вот здесь у него, вот эта его столовая была, Леон ее продал уже. Поэтому можете, в принципе, туда не ездить. Ну, как хотите, можете ездить, можете не ездить. Он ее продал, короче, Леон. Ну, в общем, так, глобального ничего. Разве что капитан ремонт проведу. Она тебя вполне устраивает. Она тебя вполне устраивает. Ну, я думаю, это не его основная машина, но сейчас мы это узнаем. Это твоя основная машина? Давайте спросим. Ну, блин, четырка, конечно, на блатах в полном финге, это, конечно, четко. Это, конечно, очень четко. На самом деле, я знаю, еще пятнашка есть на блат номерах, тоже в полном тюнинге, но я владельца не знаю. Я владельца не знаю, кто там. Он там новый владелец, там ее продали, и там новый владелец, короче, я не знаю, можно было бы круто еще ее записать. Если ты смотришь, чувак, у кого пятнашка, да, есть еще на подобных у вас номерах. Но в предпочтении именно она. О, у него еще пятнашка есть. А какие номера на у вас 2115? Так, не буду вас писать капсом, потому что могут мути подать, не знаю. У него еще и пятнашка есть, возможно, мы еще и про пятнашку снимем в следующей серии. Так. А какие номера? Так, не собираюсь продавать ВАЗ 2115. Ой, только заметил, что у чувака ник Кирилл Путбулович. Я только это заметил, блин, что за бред? У него что-то не такой ник был. Я ошибаюсь, или может поменял ник, я не знаю. Так, ты, возможно, видел этот автомобиль. Да, я знаю бывшего владельца. Дашь потом 2115 на тест. Давайте спросим. Я бы и пятнашку тоже заснял. Можно будет сравнить их? Я ж, смотрите, еще мы так идем по уровню, понимаете? Я тринашку тестировал, теперь четырку. И потом пятнашку. Чисто по уровню идем вот так вот. Без проблем, он пишет. Хорошо. И ну тачка это прикольно на самом деле. Давайте про. Ух, как она бочком едет, классно, пацаны. Бочком вообще идет. Без нитро даже бочком идет. Пацаны, вообще дрифт-кожа. Блин, вот я серьезно говорил всем, что четырка это лучше всех. Лучше тринашки, лучше пятнашки. Вот мне там человек говорил, типа, что пятнашка лучше, чем четырка. Но я не согласен. Пятнашка, ой, четырка лучше намного. Мне она больше нравится, серьезно. Мне вот четырка нравится намного больше. Она такая более спортивная, более такая прикольная. Ну, не знаю, мне больше нравится, ебать, это была сейчас просто миллиметровочка. Просто смотри, как она валит, блин, она просто жестко валит. Реально, это очень круто. Кирилл, полегче, это тебе не М5, смотри. Да нормально, пацаны, чего вы переживаете, все нормально. Я ж водила от бога, ебать. Водила привет, ебать, и как там, бачок потек, ебать. Главное, чтобы в натуре у нас бачок не потек, пацаны, а то будет хуево. Так, сейчас бачком пробуем зайти. Минуточку внимания, хочу поставить вам бизнес своего друга. Его бизнес это СТО в городе Южный. Найти его можете легко, а оно находится недалеко от ДПС и недалеко от ВПХ Южного. В СТО вы можете поставить различный тюнинг. Перекрасить свое авто, поставить азот, чтобы ебать всех со светофора. Поставить различные диски, чтобы ваша машина была четкая. Также починить и ускорить ее по максимуму. На каждый автомобиль цены разные. Чем машина дороже, тем дороже на нее тюнинг.
Прокачивайте свой автомобиль только в этом СТО. Я на нее еще хлеще выжаривал, так что ей не страшно. Давай, я улыбнулся, типа. Реально, она валит нормально так. Четырка, конечно, топчик. Давайте от первого лица попробуем поехать. О! А ну, так, от первого лица вообще топ. Походу это... Сейчас я вам скажу точно. Так, сейчас надо навалить. От первого лица вообще охуенно ехать, пацаны. Ну, да, тут не самый лучший от первого лица. Я бы еще, кстати, десятку бы на полном чиптюнинге проверил. Кого десятка, пацаны, пишите. О-о-о-о! Капец, она валит. Ёб твою налево. Вот это турботаз. Вот это таз, тупо, пацаны, вот это турботаз, я понимаю. Вот это я понимаю, просто турботаз. Просто наваливаем бочком, просто спокойно, пацаны. Реально, она так дрифтит охуенно, она именно так слушается классно просто. Вы себе не представляете. Сейчас бы дрифтить от первого лица, конечно, ну, такое дело, да? Ебать. Блин, тачка охуенно, я все реально тоже хочу четырку на полном тюнинге. Вот четырка это едет, мне кажется, будет ехать лучше, чем тринашка. Потому что тринашка сам по себе такая вяленький. Ну, Не такая, короче, резкая какая-то в стоке. Даже она, вот четырка в стоке даже будет порезвее, чем тринашка в стоке. Я вам серьезно говорю, у меня была четырка давно еще. Я помню, блин. Я за ремонт заплачу. Заплачу. Это мы въебали жестко просто в дерево. От первого лица наваливаю. От первого лица, конечно, жестко. Салон, кстати, здесь нормальный. Давайте под капотку посмотрим. Конечно, так впендюрился, блин, нормально, да? Тачка реально хорошая. Так, капот открываем. Красавчик, что гидравлику не ставил. Так, давайте посмотрим. Здесь у нас стоит нитро. И под капотом у нас стоит Не, это не шестнадцать, по-моему. Или нет? Я, блядь, не помню, ладно, я уже не помню. Это инжектор, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, у нас поехала тачка. Так, давайте. Надо скриншотик красивый захуярить, понимаете, пацаны? Так, ММ. Что тут зеленая зона, мне интересно делать? Так. Персональные настройки. Вот, так. Пов. Пов. Так, ну. Надо скриншотик охуенно сделать просто. Вот такой вот. Можно чуть вот такой вот сделать. Так, вот так вот, типа. Все. Заебись. Можно ехать дальше. Так, давайте карпас посмотрим. Карпас 93. Так, целостность 91. У вас 24. Но от первого лица на ней приятно ехать, пацаны. Реально приятно. Вы сами видите, как я спокойно просто еду. Блин, как же она валит просто, блин. Это такой кайф, вы не представляете просто. Это реально кайф. Это просто охуенно. Короче, пацаны, я вам эту тачку советую. Она стоит в этом салоне, по-моему, 150 тысяч, пацаны. И влаживайте еще в нее 150 тысяч, и все, у вас пушка-гонка просто, реально. Эта тачка бюджетнее, чем будет, чем тринашка. Хотя тринашка... Ну, тринашка 350 тысяч стоит, а это 150 стоит в салоне. Еще 150 влажите, и все, у вас охуенная просто пушка-гонка, реально. 130 километров едет, я думаю, это достойно. Тачку советую, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying.